А, пытаюсь кнопку нажать. Или в доверие лучше входить. А это мне тоже нравится. Продолжение, кстати. Ставите в маме. Или в доверие лучше входить. Ну, я не понимаю вопроса, что значит. Еще раз говорю. Я никогда не догадываюсь о вопросе, что там хотел сказать. Исходя из этого. Я могу единственное, что сделать. Сказать, вот я понимаю по-другому этот вопрос. Вот это да. Но отвечать вот в лоб, если в доверие или в доверие лучше входить. Как это? Какое доверие? Кому? К судье? А зачем, собственно говоря? Ветер дует. Снег идет. Нет, снега нет. Входи в доверие. А зачем? Входить. Ваша задача заключается выглядеть профессионально в суде. Обладать теми качествами и ожиданиями, так сказать, способствовать удовлетворению, если хотите, ожиданий судьи. Например, какое ожидание? Что вы будете нормально говорить, не экать, не бэкать, что вы будете доводить до сведения, кратко, ясно и понятно, что вы не будете влить воду по пустому поводу, изображая работу офигенную перед клиентом. Это ожидание, это вполне нормально. И когда вы производите вот это первое и последующие 2-3 минуты, когда у вас есть возможность что-то сказать, впечатление, судья вам доверяет, он видит перед вами, перед ним человека, который не будет ему мешать в работе, а будет помогать, это тут я говорю, он так не думает, естественно, да, помогать судье, не надо помогать, как одна судья говорит, помогать не надо. Хорошо, пусть будет другой глагол, но смысл вот примерно такой, вот и все. Поэтому не надо никуда входить, так же, как вопрос задают, надо ли нравиться судье. Ну, конечно, не надо нравиться судье. Так же, как на улице, видишь, красивую женщину, он тоже ей нравится, что ли, да, или что. Ну, ты такой, нравится, хорошо, не нравится, хорошо. Но есть определенные рамки человеческого поведения, есть правила поведения в судебном процессе. И так далее, и так далее, и так далее. Запомните, мои дорогие друзья, судебный процесс – это психология в действии. Изучайте психологию, прежде всего когнитивистику, евристику и там что хотите, то угодно. 33 минуты вполне достаточно.